Всем привет! Сегодня приготовлю невероятно вкусный салат из консервированной спаржевой фасоли. Этот салат универсальный, он подойдет как на ужин, так и на праздничный стол. Кому интересно, давайте готовить. Подробное описание продуктов, которые я использовала, оставлю в описании под видео. Сыр и колбасу нарезаю соломкой и отправляю в миску. У меня колбаса домашняя, но также можно использовать любую. Яйца нарезаю кубиком и также отправляю в миску. Сюда же высыпаю баночку консервированной спаржевой фасоли. Теперь подготовлю начинку. Для заправки салата я взяла майонез, а также замороженную петрушку. Зелень можно взять любую. Выдавливаю один зубчик чеснока, а соль и черный молотый перец добавляю по вкусу. А также сюда добавляю пол чайных ложки горчицы в зернах. Все хорошенько перемешиваю. Получившуюся заправку для салата высыпаю в миску и хорошо перемешиваю. На этом салат готов. Его можно сразу подавать на стол или приготовить заранее и дать настояться. В любом случае он будет очень вкусным. Кому понравилось видео, поставьте лайки, подпишитесь на канал, а также оставьте свой комментарий под видео. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока!